Всем друзьям большой привет! Сегодня у меня на канале самый настоящий эксклюзив. Ой, что это? Все тик-так, да тик-так. А внизу болтается. Ну это ж часы! Ты что, часов никогда не видел? Нет. А для чего они? Ну, это такая штука. Это такая штука, понимаешь? Часы. Это напольные часы в 35-м масштабе от компании Different Scales. Почему эксклюзив, спросите вы? Да потому что в продаже вы пока его не найдете. Это самый настоящий горячий пирожок. Компания Different Scale уже довольно продолжительное время присутствует на рынке фототравленных деталей. Помимо этого, в ее ассортименте присутствует большое количество различной модельной химии, а именно красок, лаков, шпаклевок, смывок, пигментов и так далее. И вот совсем скоро линейка ее продукции пополнится и на вот эти вот замечательные напольные часы. Есть у меня инсайдерская информация, по которой могу вам сказать, что компания Different Scales собирается развивать линейку подобных аксессуаров. И эти часы лишь первая ласточка из целой обоймы подобных плюшек. Обычно обзор начинается с показа коробки, с показа бокс-арта, но в данном случае ничего этого не будет, так как набор настолько новый, что коробки еще к нему, собственно, и нет. Попал мне он вот в таком вот виде, просто запакован в пакетик. Кстати, инструкции к нему тоже еще не отпечатали. Есть у меня всего лишь макет этой инструкции. Это лист формата А4. Его я вам обязательно покажу. Давайте же посмотрим поближе, что мы здесь имеем. Значит, сам набор состоит из платки фототравления, деревянных деталей и невидимой вам, но присутствующего здесь небольшого кусочка прозрачного пластика. Как вы видите, передняя часть напольных часов имеет довольно интересную фактуру, имеет свой определенный цвет, который, как по мне, радует глаз, приятный на вид, и никакой дополнительной обработки, разве что кроме вскрытия лаком, не требует. Но, в принципе, никто не запрещает вам проявить фантазию и покрасить переднюю стенку часов так, как вам заблагорассудится. Также есть у нас еще 4 детальки. Задняя стенка, боковые и верхняя стеночка. Ну и, как я уже говорил, кусок прозрачного пластика. Давайте посмотрим поближе само фототравление. На плате фототравления находится у нас несколько деталей. Самая большая деталь — это здесь у нас место под циферблат, маятник, гири, ну и цепи. Обратите внимание, есть две пары стрелок, то есть нам производитель дает право выбора, какой комплект нас устраивает, хотя, честно скажу, очень маленькие стрелки, но что ты поделаешь, таков масштаб. Вот эта маленькая деталька — это ручка, которая будет у нас крепиться на дверке. Сам циферблат, обратите внимание, да, прорезаны циферки римские. И вот эта часть — это у нас накладочка на маятник, чтобы он выглядел покрасивее. Собственно, вот это все, что находится в наборе. Давайте посмотрим инструкцию. Напомню, у меня не полноценная инструкция, а только макет ее. Значит, на этом макете представлены, по сути, два этапа сборки. Первый этап — это сборка непосредственно фототравленных деталей, что под каким углом подогнуть, куда приклеить, выбор каких стрелок. Это все у нас первый этап. Второй этап — это сборка непосредственно самого корпуса часов. Здесь у нас уже и прозрачная деталь входит, ручечка. И вот здесь на вынеске на полях, ну, плохо видно, но здесь как бы рекомендация к окраске. Значит, сборка всего этого чуда будет обязательно у меня на канале, но чуть позже. Сегодня только обзор. Единственное, что хочу вам сказать, что производитель предлагает клеить все детали, в том числе и
фототравленная не так, как мы привыкли, суперклеем, а при помощи жидкого стекла, а шпаклевать щели, которые могут появиться при сочленении деталей корпуса с помощью шпаклевки, которая делает эта же фирма Different Scale. Официальный представитель этой фирмы — интернет-магазин Models in UA. Ссылочка на него будет обязательно в описании к ролику. Для тех, кто заинтересовался данными часами, хочу сказать, что в первую очередь в продаже этот набор появится как раз именно в магазине Models in UA. Поэтому мониторьте, следите. Как я уже говорил выше, есть информация, что это только начало этой линейки. Будет много чего другого интересного. Мне, как диорамщику, разные такие мелочи греют душу, нравятся. Я обязательно буду следить за обновлениями и вас призываю это делать. Ну а на этом, я думаю, все. Уже очень скоро выйдет на экраны серия по сборке этих напольных часов. Думаю показать это все поподробнее. Поэтому внизу под видео нажмите колокольчик, включите оповещение, чтобы быть в курсе всех происходящих событий. Ну а я на этом буду прощаться. Всем удачи и всем пока!